Стадио Олимпика в Риме. Стадион не чисто футбольный, но сегодня здесь большой футбол. Посмотрим на состав Лацио. Все внимание на фланге. Да, здесь два скоростных игрока, которые при необходимости, конечно, могут и отрабатывать сзади. Итак, состав Сампдори. 4-4-2. Не самый популярный выбор для атакующей команды, да? Ну, возможно, у них какой-то особый план на эту игру. Стадио Олимпика в Риме. Стадион не чисто футбольный, но сегодня здесь большой футбол. Посмотрим на состав Лацио. Все внимание на фланге. Да, здесь два скоростных игрока, которые при необходимости, конечно, могут и отрабатывать сзади. Итак, состав Сампдори. 4-4-2. Не самый популярный выбор для атакующей команды, да? Ну, возможно, у них какой-то особый план на эту игру. Стадио Олимпика в Риме. Стадион не чисто футбольный, но сегодня здесь большой футбол. Посмотрим на состав Лацио. Все внимание на фланге. Да, здесь два скоростных игрока, которые при необходимости, конечно, могут и отрабатывать сзади. Итак, состав Сампдори. 4-4-2. Не самый популярный выбор для атакующей команды, да? Ну, возможно, у них какой-то особый план на эту игру. Стадио Олимпика в Риме. Стадион не чисто футбольный, но сегодня здесь большой футбол. Посмотрим на состав Лацио. Все внимание на фланге. Да, здесь два скоростных игрока, которые при необходимости, конечно, могут и отрабатывать сзади. Итак, состав Сампдори. 4-4-2. Не самый популярный выбор для атакующей команды, да? Ну, возможно, у них какой-то особый план на эту игру. Игра началась, смотрим. Потери и мяч у соперника. Лукас Лейра. Сенат Лулич. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется?